Доброе утро, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале «Понемногу обо всем». Сейчас я хочу приготовить очень вкусный, полезный и простой завтрак. Для этого мне понадобится 3 столовые ложки хлопьев овсяных у меня быстрого приготовления, 1 чайная ложка семени льна, она у меня тоже уже измельчена, и я беру сухофрукты, 1 чайную ложку изюма и 3 сливы сушеных. Сливы я порезала. Сейчас я залью это все кипяченой водой, так чтобы немножко все скрыло. И дам буквально минуты 3 настояться. Ну, 2-3 будет достаточно. Дорогие друзья, пока моя каша заваривалась, я почистила и мелко порезала 1 киви. Вот у меня есть. И я решила еще порезать, сделать салат из моцареллы. Ну, не салат, а я делаю всегда на завтрак такой. Я беру моцареллу, вот такой облегченный вариант. Порезала ее, порезала помидорку. Я посыпаю вот таким кройтером. Это получается укроп. Укроп, и как дают небольшую такую кислинку. Все, у меня была немножко зелень, я тоже положила. Сейчас добавлю оливковое масло, вот так вот чуть-чуть попшикаю. У меня такое, я специально взяла для завтрака, чтобы немного было. Все, в принципе, мой завтрак готов. Сейчас я еще сделаю кофе и буду завтракать. Все, дорогие друзья, мой завтрак готов. Я в овсяную кашу еще добавила порезанные киви. То есть я сейчас, вот я взяла такие тостеры, у меня такой сухой хлебец есть. И я буду, ну, сделаю как бы бутерброд и покушаю. Всем доброе утро, всем приятного аппетита, всем хорошего настроения. Заходите ко мне в гости, пишите комментарии. Всем всего хорошего. До свидания.